очень патриотические чувства, которые поднимают настрой, поднимают желание жить вместе с остальными своими гражданами Ульяновской области, Российской Федерации. Присоединяюсь с поздравлениями всех жителей нашей великой большой страны. Счастья, здоровья, главное быть вместе. Все вместе мы можем все. 60-метровое полотно триколора пронесли от бывшей площади Ленина до нынешней. В колонне молодежь, рабочие и ветераны СВО. Это такой праздник, да, день флага, наш общероссийский, да. Вот пригласили участвовать, нести флаг. Тут столько молодежи, разных организаций, как бы это нас все объединяет. Вот здесь мы встречаемся, также общаемся, заводим новые знакомства, дружбу. Вот, как бы, ну это, так скажем, мой гражданский долг. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Основная площадка праздника перед Ленинским мемориалом. В толпе сотни триколоров. Главный из них ждет свои минуты на флагштоке. Триколор России – это символ нашей великой истории, свидетель славных побед и достижений, предмет нашей гордости и преклонения. Это олицетворение нашего единства и величия, верности и патриотизма. Всегда стараемся флаг держать рядышком. Частенько, конечно, берем флаг своего отряда, чтобы он тоже был с нами. Но флаг России всегда тоже у кого-то есть. И когда есть возможность, он развивается гордо над всем, как из, на всех группах. На сцене еще одно знаменательное событие. Юные граждане Российской Федерации получают свои первые паспорта. Паспорт вручается Белевцовой Элине Андреевне, учащейся школы номер 41 города Ульяновска. Элина занимается в школе искусств, мечтает поступить в медицинский институт и помогать людям. Паспорт вручается Егоровой Елизавете Анатольевне, учащейся Октябрьского сельского лицея Чердаклинского района, члену команды по волейболу. Это знаменательный очень момент в моей жизни. Я очень рад, ну, при получении паспорта. Я стала официально гражданином Российской Федерации. Начала нести ответственность. Праздник продолжился в домах культуры и библиотеках. Там посетители ждали мастер-классы, познавательные викторины и интерактивные площадки.